Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. И в этом уроке мы с вами полностью рассмотрим вкладку «Категория». Если мы посмотрим на сайте, это у нас, посмотрите, главная страница. Мы вывели все категории. Зайдем в категорию. И здесь у нас категория товаров в раскрытом виде. То есть вот именно для этой страницы, для этой, у нас идет параметр «Категория», вкладка «Настроек» здесь. Итак, те моменты, которые здесь я уже затрагивал, соответственно, я их пропускаю. Заголовок, категория. Это у нас вот этот заголовок категории H2. Получается, он на самом верху, самый большой, самый важный. Он должен быть заголовок H1. Для поисковой оптимизации, напоминаю. Поэтому здесь выставляем H1. Изображение категории мы скрыли, это пропускаем. Выравнивание изображений можно сделать по центру. Описание в категориях я не использую, поэтому я скрываю. Пользовательский выбор, это мы с вами проходили. Дальше фильтр и навигация. Это мы проходили. Разбиение на странице вниз показать. То есть это постраничная навигация, когда у нас товаров превысит вот это значение 20, которое здесь у нас задано, или любое другое ваше. Здесь вот как раз работает вот это вот разбиение на странице. Итак, продукты в категории. Вот эти параметры мы все проходили. Имя как ссылка. У нас сейчас имя вот здесь у продукта не является ссылкой. То есть, если оно будет ссылкой по клику по данному заголовку, мы также сможем пройти внутрь продукта. Сейчас можем пройти внутрь продукта только по картинке и по кнопке описания. Давайте сделаем его ссылкой. Формат имени – это формат имени именно у каждых продуктов. То есть, у всех продуктов. Заголовки H3, в принципе, можно оставить или же поставить H2. Оставим H3. Позиция имени сверху или снизу. Ну, у нас сверху, в принципе, сверху оставляем. Выравнивание имени, в принципе, можно оставить как есть, но можно сделать влево. Теперь, видите, у нас заголовок является ссылкой. По клику мы спокойненько попадаем внутрь продукта. Дальше показать производителя. То есть у нас здесь, видите, вот иконочка вверху. У каждой картинки, то есть у каждого главного изображения нашего продукта есть Apple. Вот это яблоко. То есть у вас здесь, соответственно, свой. Если хотите на данной странице отображать иконку производителя, то оставляйте в положение «Да», «Показать». Дальше описание продукта. При наведении на картинку вы видите, у нас всплывает описание. Если мы описание продукта скроем, обновим страницу, то здесь при наведении описания нет, но внутри в самом продукте описание присутствует. Также, если описание у нас стоит «Показать», ниже мы можем настроить ограничение описания в символах. Если слишком большое описание, здесь можете ограничить данное описание. Кнопка описания, кнопку в корзину, это, соответственно, вот эти вот кнопочки. Кнопка в список желаний. Также можно вывести на данной странице. Давайте выведем, посмотрим. Обновим страницу. И у нас кнопочка, вот видите, в виде сердечка здесь вылазит. У каждого продукта. Выравнивание данных кнопок. Лево, центр, право. Показать наличие. Показать всегда. Никогда не показывайте, если есть наличие, если нет в наличии. То есть, вот видите, вот эта надпись «Нет в наличии». На этой странице вы можете управлять данные опции здесь. Показать стоимость. Ну, здесь то же самое. На данной странице, что можно сделать с данной функцией. Выводить ли на данной странице код продукта? Ну, я, в принципе, не хочу вводить, и по умолчанию у нас нет. Дальше показать количество продуктов. Стоит нет. Скрыть. Дальше. Это у нас уже идут подкатегории. То есть на данной странице вот у нас есть вот одна подкатегория. Давайте настроим ее. Видно, что изображение здесь меньше. Нам нужно получить то же самое, да, чтобы были те же самые размеры, что и у продуктов. Поэтому мы здесь ставим ширина блока задать. Ширину блока задаем 210. Высоту блока мы выставляем 450. Уровень подкатегорий выбираете. Оставляю все. Список подкатегорий. Да, пустые категории. Давайте сделаем показать. У нас есть еще созданные категории без товаров там.
Формат заголовка, да, в принципе, H4. То есть ниже находится и уровень пускай будет H4. Позиция заголовков сверху. Выравнивание влево. Изображение категории, конечно же, показать. Высоту изображения делаем точно такую же, как и у других категорий. Выравниваем изображение по центру. Описание под категорией показать. Количество продуктов показать. Количество продуктов — это вот это вот, видите, у подкатегории. Здесь тоже есть такая функция. Сами решаете, показать или нет. Ссылка перейти. Выравнивание ссылки. Влево, центр, вправо. Сделаем по центру. Давайте сохранимся. Обновим наш магазин. И вы видите, да, у нас с вами вывелось. Видно, что заголовок у нас даже меньше, потому что уровень H4. Можно оставить такой же уровень, если хотите. А, и вот еще момент. У нас, видите, кнопочки немножко вылезли за рамки. Это все потому, что значение я выставлял как у себя в демо здесь. Но здесь я убрал показ данной опции. То есть здесь вы решаете, либо вы увеличиваете высоту блоков, либо убираете вот эту вот фишку, если вам она здесь не требуется, да, если она вам тут не нужна. Количество продуктов я скрою, нажму сохранить, обновляюсь, и теперь у нас, видите, кнопочки встали на место. Если же все-таки вам эти ссылки нужны здесь, то ничего сложного нет, вы у подкатегорий, вот высота блока здесь увеличиваете и смотрите. Итак, мы с вами рассмотрели полностью вкладку «Категория». На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем.